Идея для видео, максимальная броня. Хм, ладно, сделаем. И всех приветствую, господа и любители террарии. И сегодня видео у нас, как сделать максимальное количество брони. Я думаю, некоторым будет интересно, сколько максимум брони можно получить в террарии. Ну что ж, вот этой вот брони вам, думаю, хватит на всю жизнь. А сейчас давайте я вам покажу, как сделать такое же количество. Итак, начнем с брони. Тут мы берем святую маску, солнечный нагрудник и поножи рыцаря из Волгалы. Одев все это, вы уже получите 82 единицы защиты. Но для нас это еще очень мало, поэтому придется нацепить на себя несколько аксессуаров на броню, а именно щит героя, щит паладина, щит анха, замороженный щит, перчатку берсерка, костет из плоти и небесную ракушку. Также не забывайте, что все это вам нужно будет перековать на плюс 4 защиты, эта перековка называется охранной. Также не забывайте, что повышение брони от небесной ракушки работает только ночью. Итак, одев броню и аксессуары, вы уже имеете 159 защиты, но нам этого мало. Поэтому прибегаем к использованию зелья железной кожи. Выпив его, наша защита повышается до 167 единиц защиты, но еще мало. Ладно, попробуем что-нибудь съесть. Хм, защита поднялась до 161, неплохо. И кстати, помните о том, что есть разные виды еды. Вам нужно брать именно такую, где написано «сильно повышает все характеристики», это важно. Ну что ж, нам нужно еще как-то повысить нашу защиту. И тут мы вспоминаем, что в террарии была добавлена новая статуя, а именно статуя Баста. Она повышает нам защиту на 5, если мы находимся рядом с ней. Так, хорошо, наша защита повысилась на 176 единиц, но нам по-прежнему мало. Хорошо, вспоминаем про то, что в террарии есть два предмета, которые также могут повышать нам защиту, если нажать на правую кнопку мыши. Такими предметами являются адское клеймо и щит сержанта Юнайтед. Если держать один из этих предметов в руках и нажать на ПКМ, вы станете в стойку защиты, и ваша защита повысится аж на 196 единиц. Но при этом вы не сможете атаковать и будете медленно передвигаться. Ну и последним бафом защиты будет дриада. Как вы знаете, когда рядом с ней призван босс или событие, то она делает защитную ауру, и все, кто в ней находится, получают дополнительную броню. Итак, как мы видим, под действием ауры дриады наша броня повысилась аж до 204 единиц. Ну вот вам и максимальная броня в игре. Может, есть способы сделать еще больше, но на данный момент мне знаком только этот. Ну а на этом я буду с вами прощаться. С вами был Ванкор, всем удачи, всем пока.